Дорогие друзья, мы продолжаем знакомиться с Переславлем Залесским. Сейчас мы находимся в необычайно живописном районе города, который называется Никитская Слобода, который удивляет своей какой-то уютностью, непосредственностью, аутентичностью. Ну и, конечно, главным смысловым объектом, главной красотой этого места городского является, собственно, Никитский монастырь, в котором мы находимся. Я надеюсь, что наши художники не обойдут своим вниманием этот объект, и мы еще увидим хорошие живописные работы, написанные в стенах этого монастыря.